сорт острого перца Frontera Sweet. Это переводится как Frontera сладкая. Это слабоострый сорт. Такие вот красивые перчики. Острота этого сорта от 0 до 100 единиц. Можно сказать, практически остроты нет. Слабая-слабая острота. У этого перчика вкус хабанера. Это кто любит хабанера, ну, не очень любит ихнюю остроту, так как хабанера очень острый. Вот такой перчик специально был выведен для вас. Срок созревания этого перчика 100 дней. Высота куста от 60 до 80 сантиметров. Если выращивать его у себя дома на подоконнике, он будет о сантиметров 40-50. Это растение многолетнее, так что можно выращивать его круглый год. Вкус у него, я уже говорил, такой экзотический. Очень интересный сорт. Этот сорт родом из Канарских островов. Эль-Хиера. Да, выращивает этот сорт. Красота какая. Какой красивый. Созревает он от светло-зеленого цвета. Вот, видите, еле-еле видны зеленые вкрапления. Потом становится ярко-ярко зеленым. Потом становится почти желтым. Потом с желтого переходит на светло-оранжевый цвет, как здесь. И уже становится таким вот оранжевым. Этот сорт высокоурожайный. Очень большое плодов, очень большое количество плодов на кусту. Его можно выращивать как в открытом грунте. Также можно выращивать и у себя на подоконнике. Можно в тепличках. Это растение многолетнее. Если у вас тепличка отапливается, вы всегда будете с перцем. Очень большое количество перчиков. Ну, смотрите, какая красота. Необычный цвет у него. Необычный. Такой практически, можно сказать, как стеклянный. Полупрозрачный. Такие красивые плоды. Выращивайте у себя и их дома. Всем удачи. И больших вам урожаев. Всем пока.